Приветствую, коллеги. Если слышно, видно, ставим огонечки. Ну что, я вижу, из каких разных городов здесь у нас присутствуют коллеги. Очень хорошо. Мы сегодня будем говорить и об агрессии. Почему-то мы решили, люди взрослые считают часть эмоций хорошими, часть плохими. Но оказывается, что плохих эмоций в природе не существует. Если они есть, какие-то эмоции, то они обязательно имеют какое-то полезное свойство, то есть полезное качество. Я сегодня предлагаю вас активно участвовать, задавать вопросы, комментировать. В конце у нас будет практическая часть, то есть мы будем рассматривать агрессивное поведение ваших же воспитанников и будем рассматривать, как мы можем это поменять. Есть ли пассивная агрессия? Ага, это, наверное, та агрессия, когда человек злится, обижается и копит в себе, чтобы потом подать, как говорят, холодной мести, да, самая это такая месть вкусная, холодная, чтобы потом из-под тишка что-то сделать. Может быть, может, это имеете в виду. Есть еще аутоагрессия, агрессия, направленная против себя. Сейчас мы в дальнейшем посмотрим и узнаем. Ну, что ж, начинаем. Во-первых, разберемся в словах, в значениях. Что означает агрессия? Смотрите, агрессия – нападение. Мотивированное, деструктивное поведение. Мотивированное, обращайте внимание, противоречащее нормам существования – людей, наносящие вред объектам нападения, приносящие физический, моральный ущерб людям или вызывающие у них психологический дискомфорт. Здесь ключевое слово, друзья мои, это мотивированное деструктивное поведение. То есть на пустом месте агрессия не вырастает. Человек на другого не нападает, ничего не ломает. Даже если мы не знаем, в чем причина, вот дети берут и что там ломают, бросают, кидают, это тоже свой вид агрессии своеобразный. Вот здесь тоже это деструктивное поведение. Я прочитала ваши комментарии, что это сарказм, высмеивание. Да, это агрессия через слова. Через слова. А здесь есть, мы рассматриваем и через слова, и через поведение, определенное поведение, которое ребенок делает. Дальше. А что такое деструктивное поведение? Это практическое или вербальное как раз слова, проявление внутренней деятельности индивиду. То есть это проявление внутренней, направленное на разрушение чего-либо, которое, самое главное, смотрите, является следствием защитного механизма. То есть мы, когда проявляем агрессию, когда нарушают наши личные границы. Какие личные границы? Личностные, да, наши? Нашу территорию. Отойди, я здесь буду сидеть. Дай твою игрушку, я возьму. Вот, когда друг друга теснят или что-то, нарушают границы. Получается, что агрессия, которая возникает, это прямой сигнал о том, что мне некомфортно, что мне мешают, и я буду защищать свою территорию. И это очень важное качество. А мы иногда ругаем. Когда мы ищем, кто прав, кто виноват, с одной стороны, это как бы хорошо, но с другой стороны, дети не бывают неправы, они всегда правы, они никогда не виноваты, потому что они набираются жизненного опыта. Любое действие, которое они делают, называется жизненным опытом, иначе они не поймут, что хорошо, что плохо, как можно делать, как можно в этом социуме найти свое место, свое поведение, как с этим справляться. Эмоция. Что такое эмоция? Это психический процесс средней продолжительности, то есть это не длительное. Когда мы говорим о чувствах, чувства более протяженные. Эмоция вот сейчас возникла. Страх – это эмоция. Да, испуг – эмоция. А вот постоянное состояние тревожности – это уже чувство. Да?
То есть эмоции имеют среднюю продолжительность. Может несколько минут, ну, может несколько часов, но не больше. А вот фоновое значение – это уже чувство. Это переживание, которое мы осознаем в психике, процессы, проходящие в нервной системе и в эндокринной. Оно преобразуется в нашей пищеварительной системе. Когда, например, психосоматика, что такое? Это болезни, которые вызваны эмоциями. Гнев, агрессия влияет на язву, там, печень, желчный пузырь, желчный человек. Да, почему мы говорим? Потому что в это время активизируется как раз-таки и производство желчи в организме человека, когда он злится, вот такой злой. Наблюдается выразительными комплексами, то есть лицо меняется у человека, жесты, темп речи, голос, эмоции, отличающие от других видов, отличается это не настроение, не чувства, не аффекты, то есть эмоции это отдельное. Где грань между просто агрессией и болезнью, когда ребенок плюет, избивая детей и учителя 8 лет. Давайте по очереди, хорошо? Вот эти вопросы мы оставим под самый конец, чтобы с этим разобраться. Сейчас запомните, Александра, этот вопрос, и чуть позже вы мне его зададите. Чувство – это эмоциональный процесс, то есть длительный, отражающие субъективные оценочные отношения. Но чувства не бывают объективными, они субъективные. Каждый человек одну и ту же ситуацию расшифровывает по-другому. Тот же самый человек в разное время может тоже по-разному чувствовать. Так, я выключила свое видео, будет звук и связь будет на уровне. Итак, и идем дальше. Леонид Альпис – это очень известный психолог. Самое интересное, знаете, в чем? У него есть, скажем, одна-две методики, которые он изобрел в психологии. Сейчас очень много инструментов психологии. Так оказывается, что большинство его учеников создают свои собственные системы на этой базе. Человек очень плодотворный в области психологии. И смотрите, что он пишет. Но если гнев и однажды прорвет плотину. Гнев – это как пружина, она накапливается, накапливается. Мы рассмотрим, как это получается, когда взрывается плотина. Детям нужна агрессия для того, чтобы они могли охранять свои границы, защищать свои интересы и преодолевать сложности. Мы вправе выбирать, как реагировать на любую ситуацию. Чаще всего агрессия – следствие нашего бессилия и беспомощности, и она становится экстренным доступом к дополнительной энергии. Смотрите, здесь очень несколько, вот в этом абзаце, несколько очень важных моментов. Чаще всего агрессия – следствие Айгужараевна, немножко у нас пропала связь. Давайте попробуем перезайти, обновиться, зайти и выйти заново. Коллеги, не волнуемся, все нормально. Да, бывает такое, конец недели, интернет тоже устает. Поэтому сохраняем спокойствие. Вы с такими слабыми, сейчас, такими маленькими, хилыми, выйти и когда зайти злость подступает, да, вот чувствуете? Вроде бы появляется. Ага. Так, давайте проверим. Айку Жараевну, да. Что-нибудь скажите нам, пожалуйста. Меня не слышно, что ли? Я говорила, вроде бы. Да, звук нет, пропадает. Сейчас было... пропадал звук, поэтому сейчас вижу, все нормально вроде.
У меня потому что ничего не писала. Если бы, друзья, у вас тоже все появилось? Да, все появилось, все нормально, Экужараймна, звук появился. Если вдруг будете пропадать, я буду выходить и вас спасать, возвращать обратно. Все, коллеги, все нормально, продолжаем. Я здесь за кулисами вам помогаю. Да, благодарю. Я надеюсь, вы услышали вот две важные мысли, что агрессия – это следствие бессилия, беспомощности, когда ребенок обращается к взрослым, и взрослый не помогает, или у самого не хватает ресурсов. И еще злость – это экстренный доступ к дополнительной энергии. В злости у нас очень много энергии. И иногда спортсмены перед соревнованием их говорят: разозли меня. Почему? Потому что вырабатывается энергия, с которой можно пойти и там что-то выиграть. Некоторые именно эту технику. Там есть более альтернативные, лучшие способы получения энергии, но это тоже такая возможность получить энергии. И во многих бизнес-школах тоже, когда учится, человек не хватает каких-то энергий, говорит: разозлись, почему вот это так, почему у другого так, а у тебя нет, ты же можешь. И вот это дополнительный доступ. Но я сказала, это не единственный способ, есть дальнейшие, которые мы потом рассмотрим. К чему приводят подавленные эмоции? Если мы говорим: а злиться плохо, не надо злиться, вот мы часто говорим, да, на обиженных воду водят или что-то. Смотрите, появляются хронические болезни. То же самое, то, что я сказала, это может быть язва, головные боли, боль в ушах, если человек не слышит, не хочет слышать вот эти слова, злость ему не разрешает высказать, что, знаете, мне не нравится, тогда он начинает это все делать. Лишний вес, это невысказанные эмоции. Коллеги, запомните свои вопросы чуть позже. В конце у нас будет практическая часть. Я специально этому оставила место. И мы вместе разберем. Потому что сейчас мы разберем инструменты, а потом посмотрим, как с этими инструментами можно справиться вот с этими сложными ситуациями, которые вы описываете. Хорошо? Нереализованность. Люди во взрослой жизни нереализованные, потому что запрещено вот эти чувства, когда запрещены, в них не вырабатывается энергия. Огромная энергия тратится на то, чтобы закупоривать, не давать этой пружине взорваться, чтобы быть социально приемлемым, удобным. И человек тогда не может реализовывать. Что такое истеричность? Это когда вот эта пружина вырывается, и человек проявляет истеричность. Истеричка какая-то. Человек терпел днями, неделями, месяцами, у него накопилось на каком-то этапе, он уже не выдерживает. Пружина вырывается, все, истеричка. Да что с нее взять? То есть это пружина. Аутоагрессия, боль в низких эмоциональных состояниях, ну что я такая неумеха, идет аутоагрессия отсюда, низкий уровень энергии, и все хронические болезни, которые у нас бывают, это есть аутоагрессия. Причина в том, что мы сами виним себя в чем-то, запрещаем себе что-то делать. Апатия, бессилие. Но нет энергии что-то сделать. Но нет энергии, и все. А почему? Мы увидим чуть дальше. Дело в том, что у каждой нашей эмоции есть определенная частота. И этой частоте соответствует определенное количество энергии. Вот видите, собака тоже злится. Она слышит, что что-то происходит, интересуется. Мне придется дверь открыть. Иди. Вот животные, они естественные, они сразу проявляют свои эмоции. А у нас, у людей, это считается социально неприемлемым поведением, и люди терпят. И вот это терпение приводит к ряду, как мы видим, отрицательных свойств.
Тогда скажете, а что, если не нравится, все сразу сделать, как это ребенок, пинаться, падать на пол, бросать игрушки в детей или что? Так вот, мы будем учиться, как можно, не подавляя эмоции, переводить их в нормальное поведение. Вот суть сегодняшнего вебинара как раз-таки в этом. Идем дальше. Как возникают эмоции? Да? Во-первых, эмоции и гормоны, они очень сильно взаимосвязаны. Гормоны влияют на наши эмоции, эмоции влияют на наши гормоны. Такая коррекция. Иногда гормональные терапии восстанавливают эмоциональное состояние. Но с другой стороны, как только у нас получается что-то в жизни хорошее, приятное, сюрприз какой-нибудь, у нас меняется гормональный фон, и многие болезни, симптомы исчезают. Болезни так быстро не лечатся, но симптомы уходят быстрее. Роберт Плутчик сделал очень интересную палитру чувств. Посмотрим, во внутреннем круге это эмоции, то, что моментально возгорается. Дальше, следующий круг, они чуть-чуть ослабевают, ярко-зеленые становятся чуть светлее. Это не значит, что они ослабевают, они уходят в более глубинный уровень нашей психики, нашей структуры. И мы сейчас рассмотрим это более близко и подетально. Вот здесь, например. Смотрите, первичное в центре желтый лепесток – восторг. У человека восторг. Восторг переходит в радость, безмятежность, потому что все хорошо. Рядышком зеленый справа – восхищение. Восторг и восхищение приводят к тому, что появляется доверие, принятие и в итоге любовь. На стыке восторга и восхищения находится на слиянии любовь. Человек чувствует любовь, он действует, исходя из любви. Когда восхищение и ужас, то мы приходим к покорности. Это вот страшные боги Олимпа, которые там Зевс, громовержец, да? Люди восхищаются этими божествами. Они сильные, это восхищение. Они доверяют, потому что они сильные, потому что кому еще доверить, если не силе? Но при этом ужас и страх, не дай бог ошибиться, нарушить, и тогда он карающий меч свой опустит, и у нас появляется чувство покорности. И дети иногда себя хорошо ведут какое-то время, исходя из этого ужаса, восхищения перед силой и ужаса, страха, который вызывает покорность. Но самое интересное, что человек, который проявляет вот эту покорность, в другом краю будет показывать гнев, вот напротив ужаса, смотрите справа, гнев, злость и досада, которые и есть основа питания для агрессии. Сейчас посмотрим слева, да, от желтого листочка. У нас получается настороженность. Звук какой-то, что-то насторожился человек, ожидание, интерес он может быть, если это раскрывается нечто положительное, то мы получаем оптимизм, а если эта настороженность вызывается чем-то плохим, то появляется агрессия. Вот где рождается агрессия. Агрессия у нас на стыке настороженности и гнева. Гнев переходит в злость более глубокая. Вот человек, который не сразу, иногда взрослые люди сделают такой комментарий, комплимент, который вот вы говорили, пассивная агрессия, да, это и есть, когда словом, злословием эта злость идет. И досада. Человек внутри себя чувствует досаду, почему это так? Его не устраивает внешние обстоятельства. И мы видим, а теперь нижняя часть этого же круга, здесь ужас, изумление, горе, отвращение, гнев. Как мы видим, эти отвратительные чувства. Ужас, изумление, смотрите, изумление, очень интересно, вернемся чуть-чуть назад. Вот смотрите, настороженность и изумление, вот если по одной линии смотреть, оранжевые и синие, они как в противовес идут.
настороженность и изумление. Один, как бы одно семя, удивление. Дальше идет, а что будет? Ожидание, удивление. Возбуждение. Если возбуждение с ужасом, это трепет. Вот такое благоволение, не знаю, что-то. И разочарование, если у нас горе, да, мы... А что это случилось? Шок, то, что мы называем шоком. Отвращение и гнев. Смотрите, когда гнев соседствует с отвращением, получается презрение, то есть высока, что за ничтожество, тогда агрессия получается такая уверенная, более уверенная, можно пренебрежительно, потому что человек чувствует себя более сильным, более мощным, агрессия наполнять не только силу, но всегда агрессия – это продолжение эмоций. Но вы понимаете, что здесь уже появляются новые оттенки разнообразия. А если отвращение – горе, то уже раскаяние. Вот Плутчик так считает. Идем дальше. Как ребенок познает эмоции? У детей много эмоций, но они не понимают, что с ними происходит. Внутри что-то кипит, бурлит, они не знают, как это, что это такое. И для того, чтобы они понимали, наша задача помочь им назвать. Ты злишься. Смотри, у тебя кулачки вот зажаты, ты злишься, наверное, да? А почему? Потому что тебе не нравится не то, что Саша у тебя взял игрушку, тебе не нравится, что Саша взял игрушку. Ты злишься, что он взял. Вот здесь очень важный такой момент. То, что не обвиняем других, а констатируем факт относительно себя самих. В центре всегда человек тот, с кем вы разговариваете. Дальше чувствование. При этом, когда ты злишься, смотри, у тебя зажато тело, и мы помогаем. Каким образом? Нужно, чтобы ребенок расслабился. А давай-ка подышим с тобой. Выдохни, плечи, чтобы успокоились. Мы можем как-нибудь, ребенок напряжен, как перенаправить? Дайте ему, он, когда напряжен, у него руки зажаты, он ничего не делает. Попросить ему что-то взять или дать, когда он берет или дает, он разжимает мышцы, иначе он не сможет двигать рукой. И вот эта накопленная агрессия выйдет. Он может вам ничего не дать, но вы можете сказать, пожалуйста, вот переставь эту ручку туда, возьми эту ручку, поставь туда. То, что он разжал кулачок и взял ручку, он выдохнул. Вот этот момент очень важен. Иногда дети в момент агрессии, страха или сильной эмоции задерживают дыхание, не дышат. Просто затормозился и все. И важно здесь выдыхать. Следующее действие. Какое действие можно сделать и анализировать? Вот это уже более поздние этапы. Мы сейчас посмотрим, как это сделать. Но самое первое, что надо сделать, называть чувства. Ты рад? Ребята, вы рады? Да. Удивлены? Да. Пусть они знают. Потому что ребята знают, дети обычно, два чувства. Мне хорошо, мне плохо. Да? Великолепно, ужасно. И вот в эти крайности мы постепенно, год за годом, месяц за месяцем наполняем новые оттенки из списка Плутчика. Идем дальше. Озеро. Эту аббревиатуру я взяла у Михаила Саидова. Он очень интересно объясняет, как рождается у нас чувство. И это аббревиатура для того, чтобы вы лучше запомнили. Вначале есть некое обстоятельство. Кто-то на мою территорию зашел. Коллеги, вы тут нажимаете руку. Я не могу ничего с вами сделать. Вы лучше... Чуть-чуть подождите, ваш запрос, потом вопрос зададите, и я отвечу на него. Хорошо? У нас будет время для вопросов и ответов.
мы даем этому обстоятельству значение. Ну, какое? Ребенок пришел сесть на свой стульчик, а там сидит другой человек. Факт в том, обстоятельство, это обстоятельство, факт, стул занят. Значение, если на мое место сели, это мое место, никому не отдам, тогда эмоции злости. А если я даю значение, а этот стул, давай я на другой сяду. То есть места хватает. А если мы думаем, что нам мест не хватает, то это вызывает совершенно другую эмоцию. Или он пытается меня вытеснить. Тогда агрессия. Эмоция агрессии. Эмоция обиды. Мое место, мой стульчик заняли. Я такой бедненький значение. Видишь, меня не уважают. Значение дает такое, и выходит из этого эмоция. И какая будет реакция? Если обижен, начинает реветь или идет, жалуется к воспитателю, ко взрослому. Если у него эмоция такая, ну, значение он дал, что «Ага, какое ты имеешь право занимать мое место? Это мое место, неважно какое, мое». Тогда у него эмоции злости, реакция будет то, что он вытолкнет. Вот. Читаю комментарии. Ребенок устроил в школе истерику с избиванием и громил все подряд. Вызвали его отца, он стал его бить и обвинять. Повторяется это периодически сезонно. Придумали, отбесили, видимо, что это нестандартный ребенок. Но вы знаете, очень стандартный ребенок, он не может иначе поступать, потому что его отец стал бить и обвинять его. Поэтому, когда я зову родителей, говорю, знаете, ему не хватает внимания, чтобы с ним поговорили и на него обратили внимание. Каждый раз, когда ребенку нужно будет, чтобы... ребенок сам ребенок бил отца? Ну... Вот. Ну, значит, есть тотальное обвинение с отцом. Это уже другие вопросы. Знаете, самое интересное в чем? Есть вещи, которые мы с вами можем сделать, есть вещи, которые в епархии родителей. Дети до 9 лет, очень сильно выраженное поведение какое-то. Надо работать с родителем. Когда родитель меняется, меняется ребенок. Работать только с одним ребенком невозможно. Иногда это нужно работать и с родителями вместе. Но наша обязанность в рамках, скажем, школы, детского сада сделать так, чтобы его поведение не мешало другим детям. Этим мы будем сейчас заниматься. И появляются новые обстоятельства. Да, новые обстоятельства мы увидели. Ребенок громил, бил все подряд, его вызвали родители. Пришел родитель, новые обстоятельства, и вы увидели, что это невозможно, потому что он начинал бить отца. Очень возможно, что сильная, очень такая агрессивная мама, и папа тихий, спокойный, может быть такая ситуация. А может папа сам бьет ребенка, тогда у ребенка это ощущение, что он тоже может бить. Но пример использования физической силы налицо где-то есть в окружении ребенка. Или в кино он видит, или в семье он видит, у соседей видит, где-то он видит. И у него нет другого способа сказать, что ему что-то не устраивает. В этом случае что мы делаем? Мы ему говорим, вот тебе, ты начал громить, давай разберемся, почему ты это делаешь, какое обстоятельство тебе заставляет это делать. И он начинает говорить вам, какое значение он придает этому обстоятельству. Заняли мое место, меня обидели, обозвали маму, папу.
все что угодно. И вот когда, если мы хотим поменять его реакцию, вот это разгром, мы начинаем на ход, раньше идем. Если нам нужно поменять обстоятельства, скажем, разгромленные стулья, нам надо поработать с реакцией, с тем, что он разбивает. Чтобы изменить реакцию, мы изменяем эмоцию. Чтобы изменить эмоцию, мы изменяем значение. И обстоятельства мы менять не можем. Обстоятельства как есть и есть. Тогда уже значение надо менять. Смотрите, вы говорите, что в этот момент психолог стоял в сторонке. Психологу нужен материал, чтобы сделать что-то. Она может понаблюдать и потом отдельно поработать, предложить родителям, как поработать с ребенком. Это одно может быть. Один вариант. Второй вариант. Все учителя, в том числе и психологи в школе, очень ограничены в своих инструментах. Они очень боятся что-то сделать, потому что, не дай бог, что-то не то, сейчас все очень сильно жалуются. И в какой-то момент этим ребятам надо четко показывать границы. Он свои границы показывает, он требует, покажите мне еще большую силу. Ему нужно уважение, он ищет, о кого опереться. Опоры нет, когда мы слишком слабенькие, такие, ой, нельзя, вот это нельзя, вот то нельзя. То ребенок получается таким неуправляемым. Рассказывает ситуацию психолог, значит, ребенок ходит, так толкает дверь сильно и заходит ногой. А воспитательница стояла, как раз психолог, за около двери. И когда ребенок толкнул, она придержала рукой дверь. Эта дверь вернулась ребенку в лоб. Он, что это такое? Говорит, а так Вселенная работает. Когда ты ему вот так делаешь, она тебе возвращает. То есть таким образом она ребенка не ударила, но показала. И в следующий раз, когда ребенок обращался к ней зачем-то, уважительно, ты правильно разговариваешь со мной? Ты хочешь, чтобы я тебе хорошо ответил? Будь добр, скажи это по-другому. Не с требованием, вы обязаны, дайте мне то-то сё, да? Ну, пожалуйста, по-другому скажи, чтобы мне было приятно тебе это сделать. Я могу сделать, но сделаю тебе неприятным образом, если ты хочешь. Приятным образом поменяй. И постепенно ребенок меняется. И если мы не реагируем на недеструктивное поведение ребенка, он думает, что это нормально, это можно. И в каких-то моментах это прокатывает, потому что показывает его силу. Он же сильный, вон, какой сильный, даже папу бить может. Уровни. Мы перейдем к очень важному моменту. Дэвид Хокин в свое время создал уровни сознания. Он его, вот эти цифры, количество баллов и уровень счастья. Количество баллов показывает энергию, сколько энергии в этих эмоциях и уровень счастья. Смотрите, позор, вина, апатия, горе, страх, желание, гнев. Гнев находится, если мы снизу спускаемся. Смотрите уже, какая ступень, 8-я ступень. То есть выше позора, вины, апатия, горе. То, что я говорила, в гневе достаточно энергии. Если в позоре 20, то в гневе 150. И уровень счастья 12, а не 1. Гордыня чуть больше, уровень вообще высокий. Здесь уже пренебрежение. Человек может словами. Ему хватает энергии, чтобы не рукой там кого-то ударить, а словами. Вот в гневе это физическое тело, а здесь я могу изощренным способом. Дальше человек поднимается смелость, и он не из гордыни, а он говорит, а давай разберемся, почему у тебя так. В 250 уже нейтралитет, человек абсолютно спокойно может воспринимать какие-то вещи. Так вот, когда человек находится в этих двух квадрантах,
нижник, горе, там, ну, не квадраты, а двухпал, в красном, в красной это бурой зоне, непонятно, салатовой зоне, да, то в нем много, мало сил и много непоняток, агрессии. Позор, вина, апатия, горе, красный, здесь аутоагрессия, агрессия, направленная против себя. В горе человек восстает немножко еще против Бога. Почему он допустил, что мне так плохо? Он воспринимает вот это таким образом. Чуть дальше. Страх. Во время страха, говорят, возникает три реакции. Да? Спрятаться, нападать или бежать. Нападать – это уже энергия. Для того, чтобы замереть, достаточно энергии апатии. Понижается. А для побега, ну, нужно немножко чуть больше энергии. А для того, чтобы нападать, нужно 150. Это гнев нужен быть. То есть, понимаете, вот в гневе есть достаточно энергии. Есть еще один очень интересный момент. Если ребенок находится в низкой зоне, он не ребенок, не взрослый, мы не переходим из одной стадии в другую, не перескакиваем, только постепенно. Только через эти ступени. Если ребенок в горе, ему так или иначе придется пройти через гнев, чтобы пойти более высокие положительные ощущения. Вот смотрите, если вчера ребенок был в апатии, а сегодня он проявляет агрессию, этому надо радоваться, потому что у него повышаются эмоции. И когда повышается, он может проявить любовь, радость, гордость. Физиологический тест, то есть внутренние человеческие ощущения. А гораздо позже ученые стали считать вибрации человека и вычислили их в герцах. Смотрите, то есть оказывается вот эта теория, отыгранная этим интуитивным способом, вполне реалистична. Низкие эмоции, смерть, страх и чувство вины от 0,2 Гц до 2,2. Дальше ложь, обида, гнев, гордыня. Гнев и гордыня очень близки, 0,9 энергии. И дальше пренебрежение, тоже вид агрессии, проходит мимо, ногой столкнет и чужую работу испортит. Превосходство восхваляет это. Дальше жалость к себе, раздражение. Оптимизм уже 38, благодарность и принятие 46-50. Смотрите, и чем больше мы поднимаемся по эмоциям, а безусловная любовь – это 205. О чем это говорит? Когда человек раздражает и проявляет агрессию и недовольство, у него не хватает внутренней энергии. Достаточно нам поднять энергию человека, и он совершенно по-другому будет воспринимать ситуацию. Вот вы, наверное, вспомните, что какие-то жизненные моменты, когда вам было плохо, вот все раздражает, ну оставьте меня в покое, дайте выспаться. А в другой момент этот человек приходит, делает то же самое. О, как здорово, хорошо. Да? Ребенок пришел, вас толкает. Если вы чем-то заняты или вы без сил, вы его тоже отталкиваете, ну, хотите избавиться. А если вам хорошо, да, мой хороший, что тебе нужно? Давай-ка посмотрим. То есть то же самое происходит с ребенком. Мы поднимаем его эмоциональное состояние, и он выходит из агрессии. Вот мальчик, который неуправляем, он постоянно находится, у него фоновое эмоциональное состояние вот такое, плохое. Да? От чего зависит оценка ситуации, обстоятельств? Во-первых, это эмоциональное состояние, энергии, и еще опыт. Внутренняя библиотека для интерпретации. Какая внутренняя библиотека? Потому что от чего, как она формируется? От того, как родители окружающие воспринимают. И есть, мы сейчас дальше посмотрим, сказочные книжные киношные герои.
Это тоже наполняет нашу внутреннюю библиотеку, эти мультики, которые показывают. Так, смотрим, посмотрим. Но есть типы психики, как маятники без постепенных ступенек Хокинса, суперактивность. Смотрите, тип психики – это одна вещь, но когда у человека поднимается фоновое состояние, постепенно выходит фоновое состояние, и эти пики – это разные. Ну, например, я сижу себе, и вдруг там лопнуло что-то на улице, я резко из положительного вышла в испуг. Внешний фактор повлиял на то, что я резко упала сюда. Мне подняться наверх намного легче. Я пойду выпью водички, вдохну-выдохну. Это было мгновенное колебание, вот то, что вы называете маятником. Есть люди с расшатанной энергией, но фоновое состояние мое, фоновое, если оно в положительном плюсе, оно остается. Я моментально возвращаюсь в это состояние, да, попью водички, подышу, все вернулось, все хорошо. Узнала, в чем причина, и вернулась. А в данном случае вот это работает. И как мы можем сделать? С одной стороны, поменять эмоциональное состояние и наполнить внутреннюю библиотеку для интерпретации. Энергию мы поднимаем за счет сна, хорошей еды и любви. Вот любовь, которую мы даем детям. Друзья мои, это настолько важно, настолько важно. Гэри Чэпмен написал книгу, которую очень рекомендую всем, «Пять языков любви». Оказывается, одним людям нужно говорить добрые слова, другому вот говорить, ну что мне его слова, пусть он делом покажет, пусть мне поможет вот эту корзину донести, то пусть он мне кран дома починит. То есть помощь нужна. Вот. А другой человек совсем слов не говорит, но делает подарки, и вот он меня любит. Каждый человек по-разному воспринимает эту любовь, принятие любви. Для кого-то важно, чтобы просто рядышком сидели, дома проводили время совместно. Для кого-то помощь, для кого-то физический контакт. Вот обнимает, поцелует и так далее. А у детей это тоже есть. Ребенок получает энергию через сенсорику. Наша любовь получает нашу своих родителей через зрение. Он видит, как улыбаются, через слух добрые слова, интонации, которые меняются. И если я говорю, да я люблю тебя, паршивец ты такой, ребенок видит в этом любовь. И нет, это ни о чем. Милый мой, иди сюда. Я ни слова любви не сказала, но, милый мой, эта интонация сделала так, что дети пришли и почувствовали эту эмоцию, да, через вкус. Вкусную еду дали ребенку. Дай тебе вкусненькую дам. Почему бабушки так много делают, дают вкусненькую? Они через вкус проявляют свою любовь, через еду, которую они готовят. Осязание это трогает, ласкает, обоняние, запахи. Ребенок просто дышит запах мамы, когда ходит у груди и чувствует вот это внутреннее успокоение. Поэтому, если ребенок наполнен любовью, он достаточно принял эту энергию, у него хватает энергии, и он не будет резонировать на низких частотах, да, а наоборот будет более высоких. Поэтому важно детям давать эту любовь через добрые слова, через то, смотри, какой ты красивенький, вот у тебя красивые глазки, у тебя ручки, пальчики красивые, ты у меня хорошенький, да, это через зрение. Слух, интонация, мы акцентируем внимание. Ты весь в папу такой хороший, в маму такую хорошую. Да? Вот эти слова помогают внутренне подняться ребенку. И тогда он не будет агрессивно воспринимать. И коррекция деструктивного. Во-первых, мы поднимаем эмоцию.
расширяем варианты значения, потому что в озере мы смотрели, какое значение мы придаем ситуации, так и ребенок делает. Актуализируем эмоцию, какой будет, перебираем варианты реакции. И наиболее результативную реакцию, экологичную, мы выбираем, анализируем и говорим действуй. Друзья мои, давайте сейчас ваши ситуации, те, которые вы мне задавали, уже пишите в чате. Мы сейчас перейдем к практике, посмотрим, как это все можно сделать. А пока вы пишете свои вопросы, задаете примеры деструктивного поведения ваших учеников, мы с ними будем разбираться. Как мы расширяем опыт? Через сказки, когда мы сказки рассказываем, анализируем, смотрим мультики всякие, обязательно анализируем. Стихи, песни. В стихах у нас, у каждого стихотворения есть свой смысл. Вы на каждое поведение можете взять стих, и когда ребенок повторяет их многократно, это получается как аффирмации. Точно так же песни про доброту, про дружбу и так далее. То, что я не обижаюсь, а я иду и помогаю или что-то делаем. Мы играем в жизненные ситуации, там магазин, мама, дочки, матери и так далее. Вот различные такие игры. И сама жизнь тоже расширяет наш опыт. То, что мы видим в наших семьях, поведение самого воспитателя. Друзья мои, в самом начале у вас были вопросики, а сейчас их нет. Давайте вопросы задавайте. Так. И смотрим дальше. Приведите примеры агрессивности ваших воспитанников. И смотрите, как мы будем их решать. Для этого у нас есть вот такая подсказочка. Мы смотрим уровни эмоций. Что мы делаем? Во-первых, поднимаем эмоции, энергию ребенка. Каким образом? У меня был ученик очень такой деструктивный, который во время урока ходил по классу. Я чувствовала, что ему не хватает тактильного контакта. Я перед уроком подходила, руку ему на плечико могла поставить, поговорить с ним, как дела, настроение хорошее, тетрадь достала, достань, поставь, пожалуйста. И если я подходила к нему перед уроком, уделяла 20-30 секунд, то после этого весь урок, смотрите, 20-30 секунд, это какой мизер. Но ребенок на уроке вел себя нормально от того, что просто получил энергию, энергию моего внимания. Мое внимание было ему для него важно. А когда ребенок не получает этого внимания, то они обижаются. Некоторые дети очень тихие, сидят в углу, у них аутоагрессия, потому что что у них? Они чувствуют вину, апатию или что-то. И можно посмотреть, подойти, сделать какой-нибудь... Ой, как красиво ты написала. У тебя все книжки поставлены? Даже просто за вопрос задали, уже ребенок активизировался, он получил ваше внимание, ему стало легче. Так, читаю уже ваши комментарии, вопросы. Отлично. Если ребенок старается... проявляет агрессию к другим из-под тишка, чтобы не заметили взрослые, с чем это может быть связано и как его можно остановить. Во-первых, он знает, что всему будет наказание. Он ждет наказания. С одной стороны, смотрите, что такое наказание? Это внимание. Некоторые дети доводят своих родителей до того, что они бьют, и они регулярно избивают своих детей. Ребенок, вот его побили, он успокоился. Все, слава богу, я получила энергию. Если ребенок никаким другим способом не получает эту энергию, он может так сделать. С другой, он хочет казаться хорошим, но у него опять же не хватает энергии или библиотеки примеров. Тогда что мы делаем? Он проявляет агрессию. А почему ты это делаешь? Мы приводим и начинаем с ним разговаривать, не осуждая, как тебе не стыдно,
ты это сделал. А почему сделал? Он может делать это из гнева, защищая свою территорию, или из гордыни. Я такая крутая, сейчас я так или крутой, я сейчас так сделаю, никто не узнает, понимаете? Я шарю в этом, а вы не понимаете. Да? То есть из гордыни или из гнева. И тогда мы постепенно поднимаем эмоции человека, ребенка, а ты можешь эту свою энергию использовать в чем-то хорошем, положительном. Актуализируем эмоцию, у тебя гордыня или у тебя гнев, у тебя злость, называем. Потом перебираем варианты, а как можно использовать это более положительным способом. Когда перебираем вариант, выбираем, а как это можно сделать. Вот так можно его остановить, поменять его поведение. Суперактивность может перерасти в агрессию. Этот козлик перехватывает управление в группе овечек, а энергии у него много. Да, суперактивность – это, с одной стороны, это может быть гиперактивный ребенок, то есть это определенная структура, когда, если просто он активный, этого толкает, того толкает, ему нужны раздражители. Поэтому вы часто меняете сферу деятельности, ему нужно частое переключение. Он переключается, этого ему достаточно. Вот он переключился, а другие на месте стоят, и он идет тормошит их, вот, ведет себя как козлик, чтобы найти интерес. Давай с тобой поиграем. Он этого толкнет, этот побежит за ним, а он счастлив, что побежал. То есть он пытается играть. Это способ играть. Энергии у него много. Гиперактивность – это уже отдельная работа с психологом. А так просто займите ему, дайте частые изменения, какие-то поручения. А вдруг есть еще такой психотип детей и детей взрослых, которые управленцы, им важно управлять. Дайте им задание. А тебе задание управить, вот, чтобы здесь было чисто через 3 минуты. Как он управится, как он с ребятами договариваться будет, это его проблема. Он договорится со всеми, он всех заставит. Единственное, мы уже говорим, только сделай так, чтобы никто после этого не плакал. Понятно? Делаешь так, чтобы все сами захотели. Можешь сделать так, чтобы все сами захотели вот здесь убрать, поставить на место. Вы даете ему ответственность, он делает, и он прекрасен, он счастлив и хорошо. Вот это один вариант. Дальше. У меня ребенок 4 класс очень сильно хамит и грубит родителей в школе. Грубит родителям, а в школе он другой, не понимая почему. Смотрите, 4 класс – это тот возраст, когда у ребенка расширяются границы, и родители, которые для него были богами, перестают ими быть. Идет сепарация, очередной этап сепарации. В этот момент родители кажутся несовершенными, плохими, у других они лучше. То есть, если мы берем вот возраст, тоже учитываем, здесь определенный этап. Тогда с ребенком тоже надо спокойно поговорить. И помочь ему пройти эту сепарацию. Иногда родителям просто не обращать нужно на это внимание, то есть совершенно спокойно. Тебе может что-то не нравиться, но, пожалуйста, говори об этом, мы разберемся. Вот любые такие вопросы решаются через разговоры, когда мы называем эмоции, называем, когда... Что происходит? Я недоволен, потому что вот у того родители делают это, а вы не делаете этого. Или ребенок хочет свободы, он уже хочет больше власти, больше ответственности, расширяется, а за него все мама убирает, там чистит, все делают, ему думать не дают, а он хочет самостоятельности. Надо расширить зону его самостоятельности, и тогда он получит, он захватывает земли, захватывает власть, которая ему необходима по росту своему, своего организма. Позволяйте ему расти, тогда будет лучше.
Я надеюсь, ответ вас удовлетворил. Друзья мои, я сейчас буду читать, смотреть еще ваши ответы. Ребенок 6 лет приходит в сад, первый класс в детском саду. И начинает бегать по саду. Орет, срывает урок, крича, ноги положил на стол, сосредоточиться не может, выпрыгнул из окна. Это патология? Не знаю. Не знаю, если в предыдущее время у ребенка было такое, с другой стороны, 6 лет он не хочет соглашаться с тем, что надо сидеть ровно в первом классе. И не знаю, надо посмотреть более. А если сосредоточиться не может, ну, некоторые вещи, дети по-разному растут. Произвольное внимание проходит чуть больше. Нужна конкретная индивидуальная консультация у психолога и проверить, может, все в рамках нормы. Потому что 6 лет и 1 месяц, 6 лет и 11 месяцев – это совершенно разные возрасты, разные жизненные опыты, поведение другое. Ребенок проявляет агрессию во время проведения это игр. Какие игры? Толкает детей, смеется, требует внимания к себе, но он не один, детки его сторонятся. Вот ему нужно внимание, дайте любое внимание перед уроком, перед занятием, погладьте, поговорите, дайте зону ответственности какую-то, он сделает и он успокоится, он требует внимания, дайте ему это внимание и дайте какое-то поручение. Они с удовольствием делают поручения и успокаиваются, когда делают вот такие дела. Будет ли доступна для просмотра запись вебинара? Да, ВКонтакте. Так, наверное, ВКонтакте не через пару дней будет на Ютубе, точно. Ребенок 5 лет всегда выбирает в игре плохих героев. Почему так? Ну, он обыгрывает, значит, это тоже нормально. Какой-то этап жизни он выбирает именно плохих героев. И знаете, у каждого человека есть теневая сторона, которую мы прячем. И сейчас очень много технологий, когда раскрывают эту теневую сторону, и в ней столько энергии, после этого человек достигает тех целей, которые не мог. Почему? Потому что он закрывал в себе эту теневую сторону, чтобы казаться лучше. Казаться лучше. А там большая сила, большая энергия. Ну, хорошо, если он проигрывает только в играх, тогда ему нет нужды в жизни это проявлять. Может, он чем-то доволен, не может вживую сказать, знаете, вы мне надоели, что-то не то. Он через этих героев играет и заканчивается. Спасибо за ответ. Да, благодарю, коллеги. У меня в группе есть такой ребенок, маме не до него, хулиганит, бьет детей, ругается матом. Вот. Нужно, чтобы было внимание мамы или ваше внимание. А у ребенка где-то каким-то образом должен получить эту энергию сенсорную. По поводу выбирает в игре плохих героев, нравится страдать, идти наперекор, плохие герои проигрывают и страдают в сказках. Может быть, Игорь Волков, иногда нравится страдать, а иногда нравится идти наперекор, найти свое решение альтернативное. Это своеобразный. Я не буду, как все. Это желание быть особенным, не таким, как другие. А с другой стороны, вот то, что я сказала. Ребенок на занятиях не вовлечен в работу и постоянно говорит, а я не буду делать, хочу убить тебя, ты меня бесишь, я папе скажу, что заставляешь меня делать эти идиотские поделки, рисунки и так далее. Так во всем. Как быть? Родители не реагируют на разговоры, для них ребенок прав. Не хочет, не заставляйте, не хочет, тихий час, пусть не спит. Вы знаете, родители правы. А я сейчас расскажу, вчера буквально я разговаривала с женщиной, как раз готовясь к этому вебинару, рассказывать ситуацию. Ребенку меньше года, ребенок каждую ночь перелезает через кровать, выкидывает, значит, подушку одеяло, идет и ложится на полу. Родители пытались как-то его остановить, а ребенок все равно каждую ночь выходит. И для того, чтобы сверху он не падал, а пару раз он падал, когда перелезал через эти перила, они взяли из этой решетки кроватки, 3-4 палки сняли
И днем ему показали, что он может не перелезать сверху, а безопасно спуститься снизу. Ребенок после этого постоянно перелезал кровать, из кровати на пол, ложился на подушку, покрывался одеялом и спал спокойно всю ночь. В итоге говорю: а скажите, сейчас ваш сын какой? Он, а сын наверняка он уверенно идет в разные такие сложные вопросы и решает свои задачи. Да, вы говорите, он бесстрашен, он везде идет куда что надо, он решает, и дети у него такие. Они не боятся ничего, они смело идут по жизни. Почему? Потому что родители показывали, если ты хочешь, Вселенная тебя поддержит. Хорошо, не будешь это делать? Отлично. А что ты будешь? Хорошо, а чем ты хочешь заняться? Вот тогда займись вот этим, а мы будем заниматься тем, что нам нравится. Ты займись тем. Хочу убить тебя. А почему хочешь убить? И что тогда будет? А что тогда получишь? И если мы постоянно говорим ребенку, что твои чувства, твои желания не важны, то он, конечно, будет думать, что мы его бесим. Отличие этого ребенка в том, что он об этом говорит. Вот. Да, не всегда это удобно. Хорошо, когда есть тьюторы, которые могут заниматься с ребенком, два воспитателя, которые по очереди занимаются. Но тоже можно что-то сделать. Все равно в детском саду есть воспитатели дежурные, которые могут прийти на помощь. Он не хочет, хорошо, не хочешь играть, а во что хочешь? Вот иди тогда, вон там столик есть спокойный, посиди, поиграй, а мы здесь будем делать то, что мы хотим. Так, ребенок все время поет, даже во время еды. Ну, будущий певец. Ему нравится. Иногда дети через музыку получают успокоение, гармонизируют свое внутреннее состояние. И последний вопрос отвечу, друзья, потому что мы вышли за рамки тайминга. Ребенок в саду послушный, но мало общается со сверстниками. По словам мамы, дома совсем не слушается, не откликается на свое имя, проявляет агрессию на родных и взрослых. Дома примера, где и что искать. Здесь проблема в маме. Мама чувствует себя виноватой, и ребенок занимает человека, который наказывает маму за то. То есть он дополняет маму. Он дополняет видение мамы. Мама в чем-то себя чувствует виноватым. То есть ребенок даже не осознает, что он это делает. И мама будет вокруг себя собирать людей, которые будут ей указывать на ее несовершенство. Ей надо самой поработать. Ну что ж, друзья мои, если у вас остались вопросы, вы можете ВКонтакте меня найти по имени, фамилии. Я благодарю всех за внимание. Задавайте на вопросы. Я вам с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну, все. До свидания. Волшебный, очень полезный вебинар. О, спасибо. Спасибо. Благодарю, друзья мои. Все, на этом я прощаюсь с вами. А Татьяна Телегина сейчас вам расскажет, как получить сертификаты и все остальные документы. Все, до свидания.